Задание серьезное. Готовы? Раз, два, поехали! Для самых маленьких одно из самых сложных заданий. Юным северодвинцам необходимо быстрее всех съесть 1/8 арбуза. С этого конкурса начался праздник в арбузовом городке. Он прошел накануне в парке культуры и отдыха. Ты понимаешь, что эта яичница с колбасой тебя подвела? Вот если бы не яичница с колбасой, а гречи еще. А я смотрю и думаю, чего мы тут ковыряемся в арбузе? Напичкали ребенка. А потом еще заставляют арбуз есть. Самым быстрым поедателям арбуза в подарок сладкая ягода. За сочный приз боролись и мамы. Им также необходимо съесть большую дольку арбуза на время. По условиям, у кого тоньше, тот и побеждает, да? Там девчонки отстают, они уже там, да? Тамара поняла свою ошибку. Схватилась за самый большой кусок, да? Больше так не будет делать. Очень здорово, все весело, интересно, очень и нравится. Вкусно! Вкусно, да. А что было самое сложное, да, в поедании? В поедании не дышать носом, потому что он попадает, он участвует в этом процессе. Носом я арбуз еще никогда не ела, но все равно вкусно. Обожаю арбузы и люблю их, потому что они очень сладкие и вкусные. А тебе сколько лет? 8. Ну, ты врешь-то. А сколько тебе лет? 8. Для северодвинцев организаторы подготовили и карвинг. Семьями горожане вырезали из арбузов. Получились наполненные, словно маленькими ягодами, корзинки. Я люблю аккуратность во всех просто деталях. Так что даже вырезание арбуза тоже я ее применяю. Вот, а теперь просто. Вы когда-нибудь вырезали вообще вот что-нибудь из арбуза? Впервые вырезаю вообще, впервые на этом конкурсе. И если честно, я очень сильно хочу победить и выиграть арбуз очень сильно. Праздник в арбузовом городке прошел в 7-й раз. Ежегодно в парке культуры и отдыха дарят сочную ягоду самым активным. В этот раз для детей устроили эстафеты с ягодами. Их на время катали и с ними бегали. Отдельный конкурс устроили для пап. С арбузом мужчины танцевали под разные ритмы. На творческий конкурс отважились двое мужчин. Эх, кибитка удалая! А гори оно все огнем, правда? И арбуз вот так вот акулой не жалко как-то вообще. Папа у меня очень классно танцует, сегодня он что-то стеснялся. Ну, будем есть дома вкусный арбуз. Хотелось бы почаще, чтобы просто люди встречались. На нашем празднике мы подготовили 40 арбузов, 40 хороших спелых арбузов. Конечно же, они участвовали в конкурсах, они были в качестве подарков, они также были в качестве реквизита для этих конкурсов. Сегодня полностью арбузный праздник. Все, что мы раздали участникам, это примерно порядка 20 арбузов. На празднике накормили и голубей, в конце праздника два арбуза разбили, а те ягоды, которые не раздали северодвинцам, поделили между участниками праздника в арбузовом городке.